Арабская лошадь – это также красивая лошадка, от которой невозможно отвести глаз. Есть пара версий ее происхождения. По одной версии, эта порода была выведена от местных диких лошадей, проживающих на территории Саудовской Аравии на Аравийском полуострове. По второй версии, арабская лошадь была выведена селекционными методами на основе пород, обитающих в регионе Малой Азии и Северной Африки. У арабской лошадки особый петушиный хвост, который довольно-таки высоко поднимается. Также у нее крупные глаза, вогнутая голова, широкие ноздри и маленькие уши. Арабский скакун, если сравнивать его с другими домашними лошадьми, отличается от них долгой продолжительностью жизни. Он способен дожить до 30 лет. При этом процесс размножения у них может продолжаться до глубокой старости. Арабские лошади очень выносливы. При своем росте в холке не более 1,53 м они легко везут взрослых наездников. Также арабские скакуны частенько участвуют в конных забегах и легко пробегают дистанцию свыше 100 миль. Среди чистокровных арабских лошадей выделяют 4 основных вида – кахейлан, кахейлан-сеглави, сеглави и хатбан. Лошади арабской породы дружелюбные, доверчивые и очень умные создания. Они имеют прекрасно развитую память и тонкий слух, а также отлично ориентируются на местности. Стоит сказать, что арабскую породу и по сей день скрещивают с другими породами лошадей. Это скрещивание проводится для улучшения породы.